Хеллоу, малейкум, меломаны! В эфире самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной Гакку Топ 10. В нашей десятке произошел очередной переворот, повлиявший на турнирную таблицу. В общем, давайте скорее начнем. Замыкает десятку сильнейших сегодня юная АИМ. Появившись в прошлом месяце в топе, она на какое-то время его покинула. Сегодня же, как Вин Дизель в четвертом форсаже, решила вернуться. Выйдет ли из этого что-то путное, покажут в следующей неделе. Пока же посмотрим ее милые танцы на излюбленном горном фоне. А вот Асан продолжает свое свободное падение. Если все продолжится в том же режиме, то к Новому году мы этого парня потеряем. Прям как рыбки-клоуны недавно потеряли свою подругу Дори. Если же вы против такого стечения обстоятельств, жмите на лайки. Адрес вы знаете, да и перепутать этого парня с кем-либо достаточно сложно. Сен барда мен де бармын жанам сүндей. Сен барда сезімімін салам сербей. Жолсам қайдан бақыт табам сендей. Табам сендей. Әлемде жан жоқ саған ғашық мендей. Сенбесе кетер сезім тасып күлдей. С восьмого места стартовали девушки из группы J-Run. Они, словно черепашки-ниндзя, появились из ниоткуда и принялись менять мир, именуемый хит-парадом Гакку. Начало, скажем честно, очень даже неплохое. Камшат Джолдыбаева может гордиться своей сестренкой, которая, если вы не знали, является одной из солисток этого квартета. Снова принялся штурмовать верхние этажи Бейбет Кушкалиев. Отсиделся он, как Джон Рэмбо в лесах, и принялся показывать, кто в доме хозяин. Стремление привело его на седьмую строчку. Правда, время он выбрал не самое лучшее, но тем и интереснее дальнейшая турнирная борьба. Главное, чтобы ногами двигало активнее, а вы помогайте пальчиками. Пока Кушкалиев поднимался, к нему навстречу с верхних этажей шагнула певица Айри. За минувшую неделю храбрая сердцем исполнительница упала на две строчки и выпала из первой пятерки. А ведь совсем недавно она на равных боролась с сильнейшими и даже медали получала. Поднимется еще, как считаете? Еще одно болезненное падение пережили местные ангелы Чарли. Нежданно-негаданно троица Конаровой оказалась на самом дне первой пятерки. Все ваши CMKM оказались пустыми обещаниями. Аюми не выдержали конкуренции. Теперь, как истинные джентльмены, протяните барышням руку помощи и помогите подняться. А мы пока клип посмотрим. Всем
Зато все хорошо у Мюльдер Бахчангзе. Она, в отличие от девочек с крашенными волосами, поднимается вверх. Помогает ей в этом четкий парень с районов Акана Сатаева. Признайтесь, вы тоже в их школьной банде, да? Лайкайте, небось, по-пацански, чтоб старшаки не рассердились. На фоне всех сегодняшних передвижений Айдану Меденову можно назвать олицетворением стабильности. Словно Голлум стережет она свою прелесть, именуемую у нас третьим местом. И дела ей нет до всех этих поднимающихся, спускающихся персонажей. Главное, на самой Айдане не сказываются эти движения, и все тут. Третье место — Су Айдана Меденова. На протяжении двух недель не воспринимал никого всерьез Кайрат Нуртас, полмесяца сидевший на троне. Однако его свергли, как Муфасу из «Короля Льва». Сам виноват, байхаугрегет. Конкуренты-то не спят, клипы активно выпускают. Эх, Кайрат, Кайрат. Прежде чем объявить имя нового чемпиона, по традиции обернемся назад. Замыкает турнирную таблицу певица Айм. Девятая строчка сегодня досталась Асану. На позицию выше оказались девушки из группировки Джейран. Седьмое место сегодня у Бейба Такушкалиева. На шестое опустилась рыжеволосая Айри. Аюми тоже упали, сегодня они пятые. Зато Мюльдер Бахчангзе снова поднялась. Четвертое место. Бронзу получает стабильная, как экранная судьба Шона Бина, Айдана Меденова. Позишн номер 2. Жюректы жбату. Кайрат Нуртас. Ну и, наконец, первое место. Айдана Меденова просила воды, Нуртас за сердце хватался, а Юми дерзили. Вот краткая история того, кто успел залезть на первую строчку, пока эти парни отсутствовали. 91 всего за 5 часов вернули себе верхнюю строчку, и, как читает Зак, в том, что они покинут позицию в ближайшие 20 недель, meaning man and bar. Мои поздравления, Eagles! На этом у нас все. В эфире был самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной Gaku Top 10. До встречи на следующей неделе, и не забывайте, что именно вам решать, кто и на какой строчке встретит следующую неделю. Аривидерчи!